Реверс. Если мы все встанем, я так будем раскачивать его сюда. Ну, да. Ты мужик. А, нашел как-то стало. Мы когда ехали в метро, представь, ехали фанаты «Динамо Киева», что там. Вперлися двое чи троє дверей. И давай там дівчата так передавать. И вот так расшатывать вагон, знаешь, он так начал шататься. Ну, який, знаешь, жах. Давайте я вам представлю. Вот это когда? На ту линию бери. Подвозит нас весь ход. Подожди, а куда мы идем? Вперед. Там спокойно. Толдык промежуток. Ну что, как бы ехать, доехать, как говорится. Да, так что питали. Я почему так и так. А я бы не выпустил. Ты выехал на Шевченко. Там все так же тянет. 20 минут. 11 минут. Часто без остановок, да? Ні, ні, жін без остановок. Так, воно треба. Так, правильно. Так, воно треба. Так, утепляємося, бо зараз повідомляє до Києва. Все тепло, будемо сьогодні менше.